первое, что забивал Салиев, очевидно. Надо, по-моему, дураком что-нибудь понимать. Он затратил огромное количество денег, часть которого своровал, конечно. Его оппозиция говорит, столько денег потратил, где, что, еще Карабахом. Конечно, они думали сделать блицкриг. Алиев прикинулся дурачком, когда ни при чем. Если хоть один район из буферной зоны был захвачен, он был национальным героем Азербайджана, как его папа. Вот на что расчет был. И поэтому у него не получилось, и сейчас они хвост прижали. Но это не значит, что завтра пусть снова начнется. И ну, когда угрожали нанести артиллерийские удары по Стикбалакерту, я что-то не услышал в ответ заявление армии Карабаха и армянской стороны, то, что в ответ начнутся удары по Гяндже. Там армия обороны Карабаха, насколько я знаю, я там служил, в Кировобане, замкомандира полка был. Хорошо знаю место с точки военной топографии, контролирует перевал Амар. Самара может 20 километров от Гяндже, как влупить так, что там мокрое место останется. Надо, не надо нам жестко действовать. Но еще раз говорю, надо действовать против главного хозяина, Турции, старшего брата, а не только против младшего брата. Ну я не знаю, вот я служил за Кавказскую войну, но не было у нас азербайджанцев офицеров. А карабахских армян было полно. Ну слушайте, понятно, что у них есть преимущество вооружения. Но карабахские армяне всегда воевали хорошо. Вспомните Великую Отечественную войну, да? Генералы Баграмян, Бабанджанян, из одной деревни сейчас дошло два маршала, 7 генералов, 154 стаксов. Ну где такое выделили? Да нигде нет. Всего 5 маршалов дали, да? Российская имперская армия, Михаил Тарьевич Толорис Меликов, командующий Кавказской армией в войне, вот у меня портрет видел Александра II, его ближайший соратник, последний министр внутренних дел, командующий корпусами, все карабахские армяне были. Ну, конечно, лучше воюют, намного лучше воюют. Это очевидная вещь, хотя очевидная вещь, что, конечно, когда есть огромное преимущество военной техники, надо просто стрелять. Как и очевидно, что за пультами этих управлений сидели далеко не азербайджанцы, а турецкие офицеры, ну, если есть инструктора-советники. Поэтому достойная победа. Это победа, когда не дали, ну, ответ должен быть жесткий и конкретный. Жесткий и конкретный. Если сейчас, как когда попрут, надо перенести боевые действия на территорию Азербайджана и захватить все ключевые позиции. И тогда отключить телефоны Степанакерти от Еревана, от Москвы, от Вашингтона, и чтобы идти и захватить и Гянжу, и левый берег Коры. И перерезать все к чертовой матери нефтегазовые маршруты, чтобы Запад на уши стал. Чем смелее и наглее. И не надо в рот смотреть. Можно? А, нельзя. Ну, тогда мы остановимся. Не надо это. Потом остановимся, говорят, братья, а что вы хотите? А мы хотим признания независимости. А можете нас не признавать, только нефть ваша, газ будет через нашу территорию идти, вы будете нам дать платить. А талышам дать возможность выйти туда, вот в сторону Ленкоран, сейчас не знаю, как у азербайджанцев, восточная провинция, кажется, называется, и создать Талыш-Муганскую автономную республику или просто республику дружественную на Горном Карабаху. Помочь братскому талышскому народу в освобождении своих исконных территорий. Как назывался раньше трубопровод Баку-Джейхан? Не знаете, случайно? Он назывался Баку-Новороссийск, так, между прочим, да? Ну какой друг, что значит друг? Масса коммуникаций идет мимо российской территории. Значит, согласно соглашению 2010 года между Азербайджаном и Турцией, турецкие советники, военные инструктора в армии Азербайджана. Ну слушайте, ну хватит, я понимаю, что у них есть деньги, там, нефть, газ и все такое прочее, там, и желание там, торгово-экономическое отношение, в том числе в плане военно-технического сотрудничества. Это понятно, да? Но пора определяться. У нас, к сожалению, на постсоветском пространстве вообще, в том числе на Южном Кавказе, нет четкой позиции. Где союзник, где не союзник, где мы можем найти проблему, где надо избежать. И вот этого не существует. Отсюда и проблема, та, которую мы видим между Арменией и Азербайджаном, Горный Карабах, вот этот треугольник, да, и, в общем-то, проблема в целом на Южном Кавказе. Российская Федерация, те, кто отвечает за этот вопрос, не прогнозируем и не принимаем меры, так сказать, опережающего характера. Было очевидно, что после ухудшения отношений между Россией и Турцией, Турция предпримет шаги по всей границе постсоветского пространства России, это не только Южный Кавказ, но в том числе и Южный Кавказ, конечно. Потому что явно было, когда турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу дважды летал в Баку, Ахмет Давутоглу летал в Баку, они все призывали азербайджанское руководство начать активно действовать на Горном Карабахе. Никого не было секрет. И надо было предпринимать какие-то шаги, вплоть до каких-то очень резких, жестких шагов, против, чтобы этого не было. Не говоря о том, что надо было предпринимать шаги и по отношению к Турции, предупредив турецкое руководство, что это плохо кончится. Я считаю, это и сейчас надо делать. Не надо грозить пальчиком и говорить, вы плохо делаете. Надо, пора четко понять, что Турция находится в тяжелейшей ситуации. На самом деле на юго-востоке Турции, в 7 провинциях, Илах Турции, идет гражданская война. В городах идут боевые действия, используют артиллерии, танков и бог знает чего. Отрезают головы, сжигают заживо, я имею в виду восстание курдов, да, под руководством рабочей партии Курдистана.
Тяжелейшая ситуация может возникнуть в течение этого года, если Турция не подавит это восстание. Тогда могут восстать по Черноморье, Лазы, Хемшилы, и там есть предпосылки к этому. Насколько я знаю, курды тоже не сидят сложа руки, да, и урумы. Поэтому нам надо четко предупредить было Турцию, да и сейчас сказать, что если дальше будет Турция проводить такую политику, мы вынуждены будем признать национальное освоение движения курдов, совсем вытекающие отсюда последствия для территориальной ценности Турции. Ничего этого не было сделано. И как всегда, задним числом начали мирить, давайте, давайте. При этом забыв, что нельзя дружить со всеми. Если Армения входит в ОДКБ, значит союзник. Евразийский союзник. Нельзя говорить, и тут эти входят, и сюда входят, так не пойдет. Это может привести к тому, что Россия может потерять свое влияние на Южном Кавказе. Я говорю, это откровенно, всегда и везде. В результате 200 лет русские солдаты и офицеры пришли туда, и через 200 лет могут уйти оттуда, к сожалению. Да? Это непростительно будет ошибка. Россия не должна уйти с Южного Кавказа. Да? На радость Турции, там еще кому-то. Поэтому надо вводить корректировки в план. И в политику свою на Южном Кавказе. Да, я считаю, что и руководство Армении виновато во многим. Во-первых, надо более жестко ставить вопрос перед руководством России о том поддержке. Или мы сюда входим, тогда мы нас, или не входим. В конце концов, на территории Армении есть 3 погранотряда, я имею в виду погранотряд ФСБ России, 102-я база, погранкомендатура в Ереване и так далее. То есть присутствие там приличное, да? И надо определяться с этим вопросом. Когда говорят, что эта война не с Арменией, с Нагорным Карабахом, ну давайте не будем лукавить. Ну, мы же понимаем на самом деле, о чем идет речь. Поэтому нужно вводить корректировки наши в целом на постсоветском пространстве, в странах СНГ и в том числе на Южном Кавказе, конечно. Если вы считаете Турцию геополитический противник, да, сейчас уникальная возможность этого геополитического противника поставить на место. Я считаю, надо в открытую начать оказывать помощь РПК. Рабочая партия Курдистана не является в России террористической группировкой. Мы имеем все права на... Нам надо у американцев учиться циничности и прагматизма. Не там желание кому-то оружие продать, деньги заработать, а как укрепить свое влияние в том ином регионе, в той иной системе. Смотрите, американцы поддерживают партию Демократического Союза и их отряды самообороны. Это аффилированы с РПК структуры в Сирии. Они говорят, РПК это террористическая, а это не то. Им говорят, так это же одно и то же. Нет. Нет, и все, идите и так далее. И Россия тоже так должна поступать. И, кстати, а что руководство Армении-то сидит? Я понимаю проблему Нагорного Карабаха. А турецкая проблема не интересна руководству Армении случайно, нет? Ну, говорят, вот с курдами у нас 100 лет были такие плохие отношения. Да, были плохие отношения, непростые отношения. Только я всегда говорю, а вы случайно не помните, какое участие в известном трагедии столетней давности принял участие народ ЗАЗа? Это один из субэтносов курдского народа. Он спасал армян. Значит, езиды, они что, не курды, что ли? Их 500 тысяч убили. И так далее, и так далее. Мне говорят, что в 1932 году была такая военно-политическая группировка, Хайбун называлась курдская. И партия Дашнаков, не знаю, Дашнаки, может, тоже забыли, напомнить надо. Если Дашнаки какие-то пошли, Дашнак, не поймешь. Значит, напомню, что они сделали соглашение, историческое соглашение, где говорилось, что курдский народ, не армянский народ, как бы сущим трагедии, которая произошла в отношении двух народов, заключает соглашение против общего врага. Случайно не знаете, кто это общий враг был? Может, хватит? Сейчас, когда происходят очень серьезные изменения на Ближнем Востоке, и в том числе непосредственно у границы Армении, надо сотрудничать, надо помогать. В Армении РПК не запрещенная организация. Я даже знаю, в Ереване есть представители РПК. Может, пора оказывать помощь им? Через Сирию, через партию Демократического Союза? Надо договариваться с ними. РПК это марксистская ленинская партия, такая левого плана, которая не является мононациональной, она многонациональная. Там есть и армяне, там есть греки, там есть арабы, там есть турки, аливи, вы знаете, чем отличается. Да? Там много чего есть. Договаривайтесь. Вы смотрите, в иракском Курдистане там не левая партия, там буржуазная демократическая партия иракского Курдистана, но армяне, ассирийцы и туркмены являются государственным образующим народом вместе с курдами. Там армяне представлены в системе власти, есть местное управление, армянский язык, государственный язык. Скажите, сколько преподавателей армянского языка работает в Эрбиле, в Дохе? Вы даже не знаете. Никто не работает, подозреваю. А там, кстати, восточно-армянский диалект, это не все, в Сирии там западно-армянский, вы знаете. Почему нет? Хватит сидеть на своем кресле и думать, Карабах это святое дело, я понимаю. Хватит сидеть, побольше работать надо. А не это в рот смотреть кому-то и делать, что хочешь. Надо действовать. Надо так сейчас уже договориться с РПК, а то, что будет, возможно, независимый Курдистан, я не сомневаюсь, я еще писал в одной, кстати, армянской газете русскоязычной декабря 2012 года, что Турция распадет в 2025 году. Давайте договаривайтесь с РПК.
Как будет выглядеть будущее курдское государство? Кстати, обратите внимание, РПК не говорит, что это будет чисто курдское государство. Сейчас на севере Сирии создана Федерация Северной Сирии, правильно, нет? Туда вошли курды, армяне, ассирийцы, арабы, туркмены и так далее, да? А вы хотите присутствовать с точки зрения присутствия в турецком Курдистане? Так, условно, там же масса криптоармян, по некоторым данным речь идет от 500 тысяч до 10 миллионов человек, 5 миллионов самое оптимальное. Работать надо, а не в носу ковыряться и ждать, кто тебе хоть подачку даст. Надо помочь. Сейчас идут бои в городах, они впервые принесли в городах. Идут ожесточенные бои, танков, артиллерии, турецкая армия убивает, сжигает заживо, как геноцид был.